В ефірі програма «По суті», і сьогодні ми говоримо із Ігорем Кривозубом, директором департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації. Друге направлення, яке ми займаємося, це підготовка стратегії нашої частини стратегії Сумської області в національній стратегії поводження з відходами. Тобто сьогодні йде подготовительна робота, йде доволі таки серйозна подготовительна робота для того, щоб ми могли правильно сформулювати технічне завдання для науки і в дальнейшем повністю вже мати розподілення, як логістичне, так і розподілення з найменшими затратами і з найменшими потерями для екології. Це станції по сортировці мусора і, можливо, будівництво нескольких заводів по переробці мусора. Це на рівні розробки поки що, да? Це поки йде на рівні формування технічного завдання. Чому? Тому що сама стратегія природи розроблена до 2030 року. Тобто на це полугодие до кінця цього року ми повинні підготувати технічне завдання і розмістити це технічне завдання для того, щоб вже під нього зробили проєктно-смітну документацію, підготовку. Ну, для того, щоб в дальнейшем розуміти, де у нас повинні розміщатися полігони, яким образом буде поводження з відходами, яким образом буде відбуватися доставка, ну, в зв'язку з частичним зміненням і адміністративної території Сумської області. Да, у нас ще з'являються територіальні громади, самостійна єдиниця. Всі ці питання необхідно буде учитувати. Ну і плюс, звісно, сам екологічний фонд. Сумська область вважається одною з найчистіших екологічних зон в Україні. Что еще нас радует? То, что у нас очень большой прирост сегодня идет по возобновляемым лесам. Да, то есть, как бы не было странно, при том, что сегодня государственное лесничество и Сумоблагоролес ведут какие-то рубки, тем не менее, они очень большие деньги вкладывают на восстановление лесового фонда Сумской области с применением уже новых технологий, в том числе там применение косточковых растений и так далее. Ну вот примерно так, таким вот образом. Ну, некоторые изменения есть у нас и в работе, более сконцентрированная работа с охотничьими хозяйствами. Они более стали подконтрольными у нас. То есть очень много денежных средств выделяется на восстановление флоры и фауны. Как я уже говорил, выделены большие деньги Шостинскому лесхозу для создания нового вольера для развития парнокопытных. Что это даст? Возможность восстановления и возобновления увеличення поголов'я парнокопитних на території Сумської області. А чи є в цій стратегії щось стосовно самоочисних споруд? Так, да, частично вони будуть йти, але, ще раз говорю, це частично. Чому? Тому що, в принципі, на сьогоднішній момент це повинна бути, в першу чергу, забота непосередньо руководителей територіальних об'єднань, територіальних громад, мерів городів. Да, то есть, чем мы реально понимаем, все зависит от лидера, который управляет данными процессами. Как говорил мой дед, лошадь к водопою может привести один казак, но даже 40 не заставит ее пить. Вот в чем отношение. То есть мы можем выдать какие-то предложения, пропозиции и тому подобное, но заставить сегодня выделить денежные средства на очистные сооружения, на увеличение там, прохождения и тому подобное. Ну, это очень сложно сделать, потому что ну, реально можно найти миллионы отговорок. Но пропозиции такие у вас есть, правильно? Ну, обязательно, будет? Конечно, да. Тем не менее, поймите правильно, все-таки должно быть, это сверху донизу, от обыкновенного рядового человека там, до мэра города, который занимается перераспределением там, бюджетов, до главы сельского совета, который опять же занимается там, распределением бюджета. И если, будем так говорить, проводятся водопроводы, ну, сразу должны приниматься решения по
канализационным сбросом, как они очищаются, куда они идут. Сегодня очень много технологий, связанных с биологической очисткой воды. Ну, этому очень много внимания уделяется в Европе, но, к сожалению, очень мало внимания уделяется у нас. Хотя постепенно все это движется. Сегодня Западная Украина, малые населенные пункты, все имеют биологическую очистку с последующим сбросом в открытые водоемы. Ну, які можуть бути чисті викиди в водойми, якщо, наприклад, наші очисні споруди не реконструювались десятки років? Ну, от видите, малые населенные пункты или там, допустим, отдельные. То есть эти технологии позволяют проводить реальную активную очистку воды до состояния технической. Ну, то же самое за границей. Практически вся Европа пользуется вторичной водой. Але ж станції води дозволяє нею користуватися. Ну, так для этого люди выделяли для этого деньги, они разрабатывали новые технологии, они ставили себе в приоритет очистка воды, очистка воздуха. Вы же понимаете, за территорию Европы выносятся все предприятия, которые несут на себе угрозу загрязнения воздуха. Они же переходят все в третьи страны мира, не остаются у нас. Ну, точно так же и с водой. Использование новых видов получения энергии. Мир живет на энергии. Сегодня, пожалуйста, надо отдать должное Сумской области. Очень много используется солнечных батарей, то есть солнечная энергия, энергетические станции строятся в небольших количествах. Но, тем не менее, это не имеет поддержки со стороны государства, наоборот, государство каким-то образом даже замедляет. Особенно последний закон 84-49, который не дал возможности там, приватному населению использовать данную энергетику. Лучше, наверное, конечно, когда идет использование тепловой энергетики, идет сумасшедшие сбросы, в том числе и СО в атмосферу. Наверное, так. А стосовно того же самого міста Суми? Ну, как вам сказать, это уникальная территориальная громада, хотя я как бы являюсь тоже членом этой территориальной громады с уникальным управлением, да, этой территориальной громады, у которых, в общем-то, необычное отношение, в том числе к использованию воды. Я реально понимаю директора водоканала, насколько ему сложно и тяжело, почему высокая сеть. Тем не менее, у нас сейчас большие нагрузки, и количество денежных средств, которые выделяются для развития этой сети, в том числе, я же понимаю, что там есть какие-то, наверное, определенные инвестиционные пропозиции и тому подобное. Но провести комплексные работы по этому вопросу довольно-таки сложно. Там потрібна дуже велика сума грошей. Ну, помимо того, что я вам хочу сказать, помимо того, что большая сума денег надо, это, будем так говорить, наверное, самая маленькая проблема. Там самая большая проблема будет найти взаимоотношения между руководителями разных уровней, разных территорий. Вот это будет самая большая проблема. Да, там между территориальной громадой там в Сумском районе, территориальными там, городом Сумы и так далее. Почему? Потому что любое очистное сооружение, оно требует какого-то его размещения. Да? Это новые технологии и так далее. То есть строительство, это на определенный промежуток времени загрязнение и так далее. То есть это проводятся земляные работы и так далее и тому подобное. Это же не результат работы. Ну, это для этого необходимо перспективные планы хотя бы лет на 5, на 10. Потому что иначе ничего не получается. Да? Мы живем 7 минут от выборов до выборов. Выборы есть, мы голосуем, нам обещают, в итоге ничего не получается. Ну, так получается. А якщо відносно інших областей України, от Сумщина, наскільки є в нас ця проблема із очисними спорудами, якщо ви, може, простежували тенденцію? На яких ми місцях? Понимаете, где кричущая ситуация? Чем больше кричущая ситуация, на это уже есть необходимость обращать внимание, где себя ведет активно население, эти работы ведутся гораздо быстрее и качественно. Да? То есть где у нас на сегодняшний момент
пока нет как бы такой, как почему-то считают, что нет кричущей ситуации. Хотя вот общаешься с направлением клуба, там, байдарочника, там подобное. Они говорят, мы плывем от 5 до 8 километров по гелю. Реально по сброшенному, активно сброшенному. Я реально понимаю, в том числе и... Ну, это замкнутый круг. Реально понимаю там и городские власти, которым сегодня дают возможность проводить строительные работы. Я реально понимаю и строительные компании, которые хотят произвести эти работы как можно быстрее, не вкладывая в коммуникации денежные средства. Почему? Потому что, исходя из этого, реальному горожанину стоимость одного квадратного метра будет немножечко дешевле, да, там, чем если вкладывать денежные средства в новые коммуникации, там, в очистки и так далее, в подведение. Но за этим все стоит, очень много политики. И исходя из этого, там, где уже люди реально осознают о том, что уже все есть критическая точка, они говорят, ребята, хватит. Вот по Западной Украине, особенно малые села, там, где реально идет сброс воды, вернее, шел сброс воды в открытые водоемы, они сегодня очень активно протестуют против этого, заставляют первые территориальные громады по Тернополю, по Франковской области. Одни из первых заходов было это строительство биологической очистки по канализационным системам. В том числе, вот я вам хочу сказать, что вся территория вокруг Свитязя, Шияны, там практически в каждой санатории имеет уже биологическую очистку. То есть крупные объединения, в которых находится сразу одновременно большое количество людей, они все имеют уже биоочистку. Саме сміття накидане в річках, хто має це прибирати, хто має цим займатися? Ну, начнем з того, що чисто не там, де убирають, а чисто там, де не сварять. Ну, це дуже ідеально було б. Начнем з того. Я несказанно благодарен тим людям, который на сегодняшний момент выехал на пикник, после себя в полиэтиленовый пакет за собой убирает мусор. Я хочу сказать, что очень часто это видишь, что действительно люди начинают реально понимать о том, что необходимо за собой убрать. Я, конечно, негативно отношусь к тем людям, которые собирают там прицеп или газель мусора и завозят ее куда-то глубоко в лес, там, где это не видят и высыпают, создают такой сиюминутный сметевый стихийное звалище и тому подобное. Естественно, за этим должны смотреть и контролировать. Но в первую очередь, кто должен этим вопросами заниматься? Это властник территории, на которой возникло стихийное звалище. Смотря где оно находится. Я знаю, что лесники вот убрали за последнее время около, наверное, 90 тонн мусора. Представляете, да? Почему? Потому что это тот мусор, который находится глубоко в лесу, который не так бросается в глаза. Несколько заходов, которые проводились, надо отдать должное активным людям, активной громадскости, которая есть в городе Сумы, по берегам реки Псёл проводили работы. Надо отдать должное в том, что такие месячники проводятся. Ну, це дрібне сміття, наприклад. Абсолютно, якщо, вірно. Там, здорові дерева посеред річки, впало те дерево, хто має його прибрати? Діло в тому, що в першу чергу, в чому є проблема? Проблема є в тому, що на сьогоднішній момент вся прибережна захисна смуга в большинстве своем не имеет хозяева. То есть не определено, кто хозяин. Вот выдать разрешение на строительство палаток и шалашей, это вроде бы как берет на себя городская администрация. Ну, это то, что касается города, внутри города Сумы. Там открыть какой-то там, ну, будем так, ганделок и тому подобное. Здесь, да, там дать разрешение. А вот в части убрать мусор, это не наше, это вот, и вообще мы кадастровых номеров не имеем, мы тут не принимаем никакого участия, ну, разве что активисты и так далее. Это вторая сторона медали. То, что касается уборки деревьев, обычно реки, берега рек,
находится вот по берегам рек находится все-таки территория лесхозов. Зачастую они по возможности стараются убрать, но опять же не всегда получается убрать, потому что, как вам сказать, большой, крупногабаритная техника не может подойти к берегам для того, чтобы убрать. Такой тенденции, как сплавление по нашим рекам, уже отсутствует в связи с тем, что отсутствует сама вода в реках. То есть скорость течения снижается и так далее, захламляемость увеличивается. Вот это все цепляется одно за другое. Наверное, есть необходимость введения каких-то передач, рассказывать о том, что по поведению с отходами. Я думаю, что вот первый вклад, который сделал со своей стороны, хотя я считаю, что это уже не первый вклад, я просто рассказал на порой, чем мы стоим на сегодняшний момент, и что не стоит об этом забывать, потому что все войны, которые происходят в мире, они же происходят из-за воды, из-за ее отсутствия.